Баффало дикі крилишки. Називається тут ресторан. Вот название. Дорогі мої друзі, вот название. Да, вот. Вот так называется, это у нас еще здесь меню, и ну как бы вот если посмотреть меню, очень богатый выбор, и вот интересный вариант, вот соус, вот огромная вот такая бутылка, и вот идет меню, от сладкого до самого-самого острого, и вы выбираете, и показываете официанту, какой вы хотите соус. Сегодня будет здесь вечером. Какой здесь сегодня здесь будет? Еще вот обратите внимание, дальше идет у нас меню. Вот такой интересный вкладыш. Так. И чего тут, нету? Еще смотрим. Так, все понятненько. И что тут дальше? Салаты идут. Салаты. Ага. Так, сейчас мы, конечно, выбираем. И вот такой как бы маленький обзор. Человек, вот так оформлен столик. Если коляску, то принес официант специально подставочку под коляску. И вот обратите внимание, дорогие мои друзья, что это ресторан, где залы оформлены. То здесь идут конкретно спортивные направления в этом ресторане. И сегодня будут спортивные соревнования сегодня будут или что-то такое подобное. Это вот был один зал. А вот другой зал. Точно так же. Нет, мне это для начала мне это интересно, мне нравится. Я люблю соревнования. Я люблю также бои без правил. Мне нравится. И так прикольно. Ну и конечно. Потому что здесь, как бы, в этом ресторане такое освещение, такие вот там дали слабенькие фонарики горят. Очень замечательная, симпатичная девочка работает здесь, мальчики. Вентиляторы вот такие мощные включены. В зале нет, потому что не жарко, прохладненько. То есть для начала мне это нравится. Ну, как бы, что здесь еще интересного? А? Как ты думаешь, что здесь еще интересно может быть в этом ресторане? То есть чисто спортивное направление идет, да? Вот. Даже вот там на экране вдали баскетбол. То есть любые соревнования, которые есть сегодня у нас в Америке, или это европейского уровня, да? Международные соревнования. То есть именно в этом ресторане вы можете прийти и увидеть. И буквально перед каждым столиком есть телевизоры. Пока.
реклама показывается. Любая реклама. Сейчас. Вот, для обзора. Вот один экран идет, показывает, а здесь. Атеисты. Дальше, другие соревнования, вы, пожалуйста, внимательно смотрим. He had no idea what was going on, but no, this ain't even the bad part. Wait till he gets on the ground. Конечно, я не могу снимать столики, потому что гости сидят за столиками, это не совсем прилично. Okay, watch. Look. He's wondering why he grabbed stops. Look at him. Look at him. И вот так оформлен зал. His arms are on the ground. Люблю такой ресторан, мне это уже нравится. Итак, дорогие друзья, мы ждем сейчас, нам должны по нашему заказу принести наши блюда. Следующий ролик у нас будет, я покажу вам блюда.